Девочки и мальчики, всем привет! Сегодня приготовим вот такой салатик из доступных продуктов. Получается много и вкусно. Смотрите, какая вкуснятина, вкуснятина. Все, ребятки, гоу-гоу, поехали готовить. Пока варятся яйца, салат уже будет готов. Ням-нямка, ребятки. Пока варятся яички, салат наш будет готов. Нам понадобится две морковки. Смотрите, вес у меня 660 грамм. Вы можете взять 500 грамм, 400 грамм. Можете взять одну морковку, подстраивайте под свой вкус. И натираю на крупной терке, ребятки. Обычная терка, вот, обычная, не корейская, не соломка. Это все очень быстро делается. И вот так, ребятки, ушел. На крупной терочке. Вот, вот такая морковочка у вас должна получиться, видно? Ребятки, вот столько получилось моркови. Это две морковки. Вес 660 грамм, ребятки. Все. И я вот так ее всю сюда, куда там, в чашку. Две достаточно. Ну, все зависит от того, сколько яичек будет, ребятки. Вот так вот, видите? Ой, сейчас я это все помою, уберу. Вот так вот, ребятки, видите, сколько моркови. Ребятки, смотрите, теперь нужно нам натереть на терке сыр. Вот у меня просто твердых сортов там вот сыр, да? Сыр твердых сортов. Вы можете взять любой. Значит, вы можете сделать больше, можете сделать меньше. Тут нет такого, что вот как оливье делаете на глаз. Хотите с одной морковки, и вот у меня здесь 150 грамм сыра. 150, ребятки, я измерила. Можете сделать больше сыра, можете сделать меньше. Можете сделать меньше яиц. Смотрите, как вам нравится, как вам удобно. Значит, смотрите, у меня растительное масло. Я вот так смазываю свою терочку с одной стороны, с другой стороны. И тогда сырок прилипать не будет, ребятки. Он не будет дрыгаться и мазать, все обмазывать эту, что там она, как у нас называется-то, терка. Видите, все как? Отять, она как новая. Ать, видите? И там все. Ребятки, лайфхак, как сейчас это модно. И через крупную терочку. Через среднюю не советую, потому что выделится очень много сока. Ребятки, упало. И получится как жмых. Делайте все через крупную терочку. И вот так сырочек. Видите, как удобненько, да? И ничего не липнет, и все чисто. Вот так, ребятки, натираем сыр. Яйца варятся. Сейчас яйца сварятся и доберусь до них. Вот, видите, вот. Я думаю, сейчас достаточно будет этого сыра с морковью. Все на глаз, ребятки. Вот рецепт будет под видео в описании, но не отталкивайтесь от рецепта. Смотрите сами. И можно даже и без сыра сделать. Можно просто взять морковь, чеснок и что там? Майонез. Вот так. Куда девать? Куда девать? Видите? И тоже этот сырок сюда, ребятки. Он не главный в этом салате. Все. Ребятки, яички сварились вкрутую. Теперь опять берем крупную терочку, крупную, и протираем все яички через крупную терочку. Вы можете это, смотрите, горячий, ребятки, пар идет, не видно. Вы можете это сделать через сетку, через не сетку, на сетку. Но я делаю весь салат через терочку. Вот так, ребятки, видите, вот, отять, вот так. Количество яичек вы можете регулировать сами. Если в этот салат пойдет 4 яичка, а не 5, ничего не изменится, ребятки. Вот честное вам слово. Это очень быстро и вот очень вкусно. Вот сейчас увидите, ребятки. Это атас. Это, по-моему, самый быстрый после того, как огурцы и помидоры. Все. Через крупную терочку, ребятки. Ой, яйцо горячее. Яичко горячее, ребятки. Прям пар идет. И вот так. Видите, вот. О, пар не видно, да? Видно? Не видно, ребятки. Ничего здесь не видно. Вот так. Вот так. Вот, видите, 4 яичка. У нас их 5. Хотите 10? Не, бывают же люди, которые любят, где... В салатах много яичек. Все,
Вот, 5 яичек. Куда девать? 5, ребятки, 5. Вот так. Все, теперь заправочка. Берем соль пищевую, соленую. Солим, ребятки, по вкусу, как вам нравится. Сольку. Больше я сюда ничего не добавляю. И смотрите, вы можете заправить майонезом. Майонезом, ребятки, майонез. Или можете заправить сметаной любого процента жирности. 15, 20, 100, миллиард. У меня 15% жирности, но я заправлять ей не буду, потому что у нас Саня не ест сметану. Вы можете, чтобы вкусненько было, разбавить половину на половину майонез и сметану любого процента жирности. Все, я посолила, теперь что я делаю, ребятки? Убираем. Но если вы едите со сметанкой, обязательно разбавьте пополам. Но у нас Саня не ест. И теперь беру майонез. Вот как оливье, вы же на глаз все делаете, так же и здесь. Вот, я не знаю, как. Давайте я буду ложками, ёкарный бабай. Первый раз в жизни. Давайте вот. Вот так, ложка. Так, вторая, да? Ну, это мало будет, ребятки. Третья, видите, как с горкой? Давайте 4 сделаем. Ну, вы не делайте так, ребятки, ложками не делайте. Добавляйте, как вам нравится, честное слово. И вот на эту горочку я, смотрите, 4 зубчика чеснока. Обычный чеснок, обычный, пищевой. И вот через чеснокодавку выдавливаю сюда чеснок, ребятки. Вот так. Прямо на этот майонез. Вы знаете, какой тут запах будет? Чеснок тоже добавляйте по вкусу. Много не надо чеснока, а то будет... прям горьковатый. Ну, в среднем на одну морковку 2 зубчика. Ребятки, все готово. Все. Руки помою. Что тут? Видно? Видно. Вот так делаю. Вот этот майонез смешиваю, чтобы майонез весь пропитался чесноком. Вот так, эту пипочку. Мало майонеза? Добавьте еще. Вот, вот, видите, вот. А теперь все размешиваю, ребятки, ложкой пищевой, столовой. Ребятки, все размешала. Смотрите, 4 столовые ложки здесь майонеза, он не получается прям сочный. Но морковка сейчас пропитается солью, и она пустит сок. Вот, ну это по вашему желанию. Видите, там вон достаточно майонеза. Вот, и я добавляю сюда, ребятки, петрушку, именно петрушку. Ребятки, мы петрушку вообще мало где используемся. Используемся, ребятки, да, используемся. Такой вот хорошей, свежей петрушки. Вы можете добавить любую зелень. Но здесь вот хорошо сочетается петрушка. Вот так, вот такой пучок. Вот так, ребятки. Вот так. И размешиваем. Сейчас руки помою. Видно? Видно. Петрушечка, ребятки. Вот. Уже вот морковка минут 5 постояла. Она уже более такая мягкая стала. Пустила сок. То есть майонез добавляйте, соль добавляйте по вкусу. Вот так, ребятки. Быстро, да? Быстро. Яйца пока варятся. Все, нарезали, натерли. И вот такая вкуснятина получается, ребятки. Вот такой салатик получается. Смотрите. Тут и достаточно и яичек, и сырочка, и морковки, и майонеза, и петрушки. Ребятки, смотрите, как он пропитался. Видно? Видно? Дайте минут 15. 15. Сразу не ешьте. Потому что морковка, она еще без сознания. Она должна пожениться. И получается такая вкуснятина, ребятки. Вы представляете, свежая морковь. С чесночком. А завтра еще вкуснее будет, ребятки. Видите? Все, видно и яичко, и сырок.
Ребятки, готовьте на здоровье. Дегустация будет на нашем семейном канале Шиндер-Мындер. Подписывайтесь на него. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Это реально быстро и очень вкусно. Вот такой салатик. Раз, два и готово. Все, ребятки, всем спасибо. Готовьте на радость. Вот такой вкуснятина. Все, ребятки, всем пока-пока.